Здравствуй, Аленушка. Проиграли. Ага. А почему вас только четверо? Оказалось, что 9 легко разделить пополам. Я не понимаю, Вася, объясни. Жди меня здесь, я сейчас. Слушай, подожди, что случилось? Местные интриги. Ой, не усугубляй, Аленушка. Угу. А я привезла вам приз. Да, житель Алма-Ата, зовут его Фомка. О, какая прелесть. Ты что, крыса? Ты что, это хомяк? Иди сюда, Фома. Вот ты храбрец, Фома, ты храбрец. Правда симпатичный? Он приносит удачу. Только тебя нам и не хватало. Да, нам бы его на часик раньше. Вот еще пригодится. А будущего не предвидится. Не каркай. Перестань, все, убереги его. Пока. Пока. Не унывайте, ребята! Ну, пока. А послезавтра? Хотя тренировки не будет. Все отменяется. О, спасибо, дам кишер. Добрый день, товарищ Зорги. Марина Влади. Гости кинофестиваля, смотри, Вася. Урва. Бай. До свидания. Сколько у тебя времени? Всего 2 часа. Успеем? Заявляйте подать минутное дело. Сначала только заедем в институт, потом в ЗАГС. А зачем в институт? А я для тебя там должность подыскал. О! Я же сказала, летать не брошу. Бросишь? Нет, не брошу. Если любишь, бросишь. Чушь. Ну пойми, Аленушка, ну что это будет за жизнь? Ты будешь летать, я буду волноваться, я никогда к этому не привыкну. Привыкну. Привыкну! И не желаю привыкать. А я не желаю бросать тебя. Тогда тебе придется бросить мысль о замужестве. А ты меня, пожалуйста, не пугай. А я тебя не пугаю, но будет так, как я решил. Нет, не будет так, как ты решил. Не будет. Нет, не будет. Не будет. Оставь, сейчас же я зайду. Да. Я запомнил себе эту тачку. Она стоящая, да? Парень, такси пулендат, его сватали негремно. Аленка, постой минутку! Ну, постой секунду, ты можешь постоять? Дед Тараса? Дед Тараса. Храм Божий, это Министерство иностранных дел. Не гони! Дай мне глядеться на первопрестольную! Поступает. В Ромео. А, здорово, понятно. Значит, здорово. Привет. Значит, он вечером будет плясать, а утром будет учиться. Ну что же, это сейчас очень модно. Машина моего деда. Может, что случилось? У нашей дружбы твердый закон. Такой закон, ребята, что всем знаком. Придет нежданно другу беда. Плечо подставишь ты ему всегда. Когда тебя мечта зовет, иди вперед, шагай за ней. Пускай пройдет немало дней, но точно тебе повезет. А как, ребята, начать жить? Ответить можем сразу, сильней дружить. Добрить удачу в трудной борьбе и вновь покоя не желать себе. И никогда покоя не желать себе.